буквально несколько слов. Первое, вот, наверное, очень, скажем, первый раз за последнее время по какому-то вопросу есть полное единение студии. То, что Янукович однозначно говорит не своим языком, и то, что определенные силы вытащили его именно сейчас, и он там что-то озвучивает на пресс-конференции, это совершенно однозначно. Другой вопрос, что вот я полностью согласен с господином Карасевым, суд и обвинение – это не просто назначить обвиняемого и сказать, что вот он виноват. Нужно привести доказательства. В рамках приведения доказательств есть там право на защиту, есть право на... То есть государство Украина, если это европейское сильное государство, обязано обеспечить проведение следствия, обязано обеспечить проведение всех следственных действий, обязано обеспечить права всех участников этого процесса. Если этого не делается, то не делается это только по одной причине. Потому что на сегодняшний день во власти есть люди, которые точно так же ответственны за то, что происходило в тот период, и роль которых до сих пор не расследована. Они делают все для того, чтобы это расследование не было и дальше.